Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 570-е упражнение. Необходимо разбить текст на два абзаца. Итак, вот наши абзацы. Далее списать, расставляя пропущенные знаки препинания. Давайте выполним. Подруги говорят о Наташе, что она хорошая. Но так можно отозваться о многих людях. А вот что добавили о Наташе ее мама, учителя, тренер. Мама рада, что Наташа добрая, ласковая, отзывчивая, чуткая, душевная. Учителя уважают девочку за то, что она скромная, требовательная к себе, старательная. Тренер считает, что она трудолюбивая, настойчивая. Говоря о человеке, мало сказать, что он хороший или плохой. Нужно раскрыть значение этих слов. Далее необходимо подчеркнуть сказуемое, выраженное именами, прилагательными. Давайте с вами выполним это задание. Добрая, ласковая, отзывчивая, чуткая, душевная, скромная, требовательная, к себе, старательная, трудолюбивая, настойчивая, хороший, плохой. Далее нужно передать мысль первого предложения в форме прямой речи. Подруги говорят о Наташе, что она хорошая. Подруги сказали о Наташе: Наташа хорошая. На этом все. Больше видео можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.